Ебоба! Во всех странах мира, где развит рысистое подробное дело, есть тренировочный центр. Это в Скандинавии.
разрастался и находившийся в городе конюшни не могли сделать так, чтобы лошади безопасно
обслуживает тренер и обслуживающий персонал. И кроме этих 40 отделений имеются дворы. Вот, пожалуйста, для людей, которые это вот двор, где расположено одно отделение. То есть вы видите, на втором этаже живут. Причем стандартно с полным набором обслуживающих всех представлений и обслуживающих лошадей. Весь этот огромный совершенно район обслуживает всего-навсего чуть более 30 человек, которые
на Винсене какие-нибудь проходили мероприятия, то все считают за счастье побывать в Грубоа и посмотреть на этот волшебный рай. Top.
который проходит в этом
Я для билетиков очень много сделала для российского завода всех стран. Недаром одним из шагов
Наездников, которые участвуют в тренинге, которые занимаются теорией в школе, а затем работают на конюшне, Франция и Транс.